21 мая 2017 года не прошло без торжественного праздника для многих охотников и любителей охотничьих собак Слобожанской земли. В этот день на территории Харьковской ветеринарной академии прошла 31-я Харьковская областная выставка охотничьих собак. Это мероприятие проводилось под эгидой Харьковского подразделения Федерации охотничьего собаководства Украины, уже многие годы возглавляемого несменным руководителем Дмитриевой Зинаидой Георгиевной. На выставке приняли участие не только харьковчане, но и гости из других областей, что говорит о качестве проведения мероприятия и своевременного информирования охотников о проведении выставки. Как мы знаем, основные тяготы организационных вопросов остаются, как правило, за кулисами. К сожалению, в этот день не все смогли принять участие в силу различных обстоятельств. Несмотря на это, как и следовало быть, в этот день в обществе единомышленников царило праздничное настроение не только для участников, но и для их воспитанников. На выставке были представлены все группы охотничьих собак – гончие, лайки, борзые, лягавые и норные. Победители награждены соответствующими дипломами, медалями и ценными призами. Также на выставке состоялось знакомство охотников с поисковыми GPS-трекерами, презентованными украинской компанией GPS4U. Было очень приятно видеть неподдельный интерес любителей собак к современным технологиям, а также знакомые лица владельцев, уже пользующихся GPS-ошейниками, которые могли поделиться своим опытом использования на практике. Ведь для каждого из нас собака – это не только время и немалые средства, а в первую очередь эмоциональный отрезок жизни, связанный с полевым досугом, отдыхом и спортивным интересом. Особенно хочется отметить участников за соответствующую подготовку их собак к выставке, поскольку роль и значение охотничьих выставок в жизни кинологических организаций и владельцев собак неоценимы. Выставки собак, проводимые по охотничьим правилам, по единодушному мнению многих охотников-собаководов, являются возможностью создания праздника от общения с такими же одержимыми людьми и единомышленниками. Тут можно узнать много собачьих, охотничьих и других интересных новостей, выплеснуть эмоции рассказами об увлекательных охотах со своими питомцами, обсудить успехи собак на испытаниях и состязаниях, наглядно увидеть итоги племенной работы и обсудить перспективы развития пород, приобрести необходимые кинологические знания новых друзей среди охотничьего коллектива, расширяя круг общения и интересов. Выставки, проводимые охотничьими кинологическими организациями, постоянно имеют значение основного племенного кинологического мероприятия в работе с собаками. Хотелось бы поблагодарить участников и Федерацию охотничьего собаководства Украины за их самоотверженный вклад в отечественную кинологию. И напоследок, хотелось бы пожелать, пусть ваша собака всегда будет на связи, ведь она заслуживает хорошую кость.